Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Надежды Абалмасовой. Композиция называется «Соловьиных ночей не забыть». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Соловьиных ночей не забыть, ароматы сирени расплескать, дверь закрытую снова открыть. Захотелось начать все сначала, поглядеть на тропу, где с тобою шли к реке и встречали рассвет. А там лошадей к водопою уходил сквозь ромашковый свет. Поглядеть на траву, где с тобою шли к реке и встречали рассвет. А табун лошадей к водопою уходил сквозь ромашковый свет. А сирени метались, метались к небесам над любовью былой. Пустомели кукушки вещали: много лет будем вместе с тобой. А сирени метались, метались к небесам над любовью былой. Пустомели кукушки вещами: много лет будем вместе с тобой. То ли хмель, что сирени дарили, то ли пень не с того началась. Соловьиные ночи забыли, вслед мечта улетел, не сбылась. То ли хмель, что сирени дарили, то ли песни с того началась. Соловьиные ночи забыли, след мечта улетел, не сбылась. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Соловьиных ночей не забыть», стихи Надежды Абалмасовой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».